Hey, good morning, Vakas. How are you, my friend? Jeddah, Stary Gorod. Very good. How is Tani? How is Stad? Вот такое вот здание. I just send you right now the receipt. Алима за молитва. Люди молятся. Очень красиво, очень аутентично, очень так как-то неожиданно в Саудовской Аравии. Неожиданно очень красиво, очень аутентично. Очень сильно напоминает, кто был старый рынок в Каире. Очень-очень похоже. Очень похоже, но как-то совсем по-другому здесь. Интересно очень. Вот за мной какое-то такое тоже. А вот это вот гуще палаги. Вот это самое гуще палаги. Что бывшая палагия? Это же муниципалитет. Это реально старое здание. Вот тоже. Вот быть. Очень интересно, очень красиво. Как я и говорил, лавочки с разнообразными. Все, что хочешь, можно найти здесь. Да, реально такое чувствуется дыхание. Но это, конечно, не очень старое, это 60-е года, да. Но так очень аутентично. Вон чувак в шляпе идет, смотри, какой машина. Вообще какой-то машина времени. Настоящий пижон, блядь, туфли. Салам алейкум. Такой вон чувак пошел в шляпе. Пам-пам-пам-пам-пам. Необычно увидеть такой. Николай, скажи привет аудитории. Слава Украине. Героям слава. Слава нации. Смерть ворогам. С 8 марта. С 8 марта вас, женщины, мы вас любим, ценим и благодарим за все, что вы делаете. За ту роль огромную, которую вы играете в нашей жизни. Вот так. Вот. Так что мы здесь... Нас здесь мало в Саудовской Аравии, но мы... Тельняшка, можно и так сказать. Тельняшка, правда, вросла уже в кожу. Но как-то так. Вот, завтра у нас выходной, по пятницам в Саудовской Аравии выходной. И завтра буду делать небольшой репортаж о том, как мы отдыхаем. Завтра мы поедем на море, на пляж, будем нырять в Красном море. Курить сигары, пить чай, кофе. Хотелось бы, конечно, ром с колой. Но будем пить чай с кофе. Все, всем добра.